современного языка. И вот эти знаки показывают чтецу, где надо повысить интонацию, понизить, потянуть. Получается торжественно, тяжеловесно, красиво. Но для напечатания книги, напечатания текста шрифт крайне неудобен. Он очень сложен в изготовлении. А при Петре появляется тенденция к развитию науки, технологий, заимствованию очень большого новшества Западной Европы. И, соответственно, нужно печатать большое количество книг вот именно светского содержания. А поэтому, ну, согласно официальной версии, Петр лично исправляет азбуку, сокращает количество букв в кириллическом алфавите, упрощает графику букв этого алфавита, и у нас появляется гражданский шрифт. По всему 20-стенному зданию работает 46 читателей. А второе назначение чисто такое теоретическое, это показать связь между двумя историческими зданиями, между домом Баштом и новым комплексом. Круглая форма зала чем-то напоминает круглый бедер дома Баштом, с точно такой же классической архитектурой. Третья функция у этого помещения – это библиотечно-библиографический пост. Каждый день здесь должен был дежурить кто-то из сотрудников, делать объявления, возводить потоки читателей, но при этом не использовать громкоговоритель. Поэтому зал с небольшим секретом. Если мы выйдем под купол, мы почувствуем, как изменится акустика. Мы говорили с вами практически шепотом, вы не услышите в конце этого зала. Выходим из под купола, делаем и получаем его. Ну, собственно говоря, вот здесь должно было быть место кафедры и дежурства одного из сотрудников библиотеки. Ну, а мы с вами повернем направо и пойдем к кафедрам будущего. Так, в Российской государственной библиотеке. И когда выставка будет закрыта,